возвращаться смысла нету. Хочется жить, не хочется воевать и не хочется... Но это не наша война, мы не защищаем свою родину, мы атакуем своих соседей, своих братьев и пытаемся оккупировать территории, которые нам не принадлежат и которые, в общем-то, нам, как я считаю, точно не нужны. Это территория Украины. И воевать за это я точно не хочу, а умирать тем более, как бы, поэтому... Много друзей уехало, честно говоря, в ближайшие прям там два дня. Все купили билеты. У нас вот сейчас друзья приезжают в Черногорию там через неделю, потому что уже не было билетов. Многие уехали. Кто в Грузии? У нас друзья в Грузии находятся. Друзья уехали в Казахстан. В Таджикистане кто-то сейчас находится. Ну вот Израиль. В Израиле очень, ну в Израиле уехало много народу, как бы у тех, у кого там есть родственники, возможность хотя бы скрыться. Многие, а некоторые мои коллеги не из того учреждения, где я работаю, но из других мест, получили повестки в первый день. Хотя они были уже и старше меня возрастом, и, в общем-то, по здоровью они давно уже не люди, которые могут идти сражаться. Но, тем не менее, они получили повестки в первый день.